успокоиться. План остается в силе. Мы едем в долину к лесному воздуху и чистой воде. Начинаем обустраиваться там, если вдруг у Ани... Папа, не надо. Повторяю, Аня, если вдруг тебе начнет становиться хуже, Катя подсказала лекарство. Так что, если понадобится, мы его найдем. Ну, по-моему, отличный план. Тогда я тоже попрошу всех. Ребята, не волнуйтесь. Я и так места себе не нахожу. Такой день испортила. Ань, да перестань ты. Все нормально. Накрутила себя из-за черта этого с Ямантау. Думаю, это все же песок. В Москве я в пыльные бури не попадала. Совершенно верно. Мы, кстати, о том же говорили. Так, тост. Ребята, за вас. Просто будьте счастливы вместе. Степа, давай ту песню. Отлично. Про нас. О, ничего легко. Себе. Артём, я тут сказать тебе хотел, да все случая не было. Помнишь, Аня спрашивала, не хочу ли я остаться? Хотелось бы, конечно. Это же мой народ, хоть родственников я так и не встретил. Да и сволочи этой бандитской там еще много осталось. Но барон мертв. Теперь Гюль сможет повести народ за собой, ведь люди увидели, что этих тварей можно бить. Можно и нужно. А дальше люди сами должны сражаться за свою свободу и завоевать ее своими руками, чтобы никогда и никому ее больше не отдавать. Но главное сделали мы. Ты сделал. Я этого не забуду, Артём. И надеюсь когда-нибудь отдать этот долг. Кепракмет, брат. Сюрпризы, как на мосту, и в Ямантау нам больше не нужны. Поэтому мы вышлем вперед разведку на дрезине. Артему в помощь нужен доброволец. Я долину проверять на наличие врагов! Пожалуйста! Есть у меня подозрение, что Алёша собрался долину проверять на предмет наличия там местных амазонок. Отлично! Значит, решено. Завидую я тебе, Степан. Раз и сразу готовая семья, и жена, и ребенок. Ни тебе пеленок, ни тебе ночных дежурств. Животик ни у кого не болит. Завидовать нехорошо.
А мы, кстати, от пеленок и не уклоняемся, товарищ полковник. Вынашиваем план завести Насте братика, если она не будет возражать. Мне лучше сестричку. С сестричкой можно в куклы играть и нянчиться. А с братиком можно играть в Спарту и спецоперации. Брось, Степ. В спецоперации, бог даст, мы отыграли. Ах, не знаю я, как вы, а я, если честно, устал. На пенсию хочется. Пожить, наконец, по-людски. Вам нельзя на пенсию. Вы еще молодой. Старый я, Настена. Неправда. Вот ты говоришь, завидовать нехорошо. Ну а что делать? У твоей-то мамы ты есть. А у моей Ани такой умницы нет. Ну, пап. Что, пап? Это в 20 мужик о детях и думать не хочет. А вот я бы сейчас внуков на коленях покачал. Рукопашному бы их обучил. Стрельбе с двух рук. Я могу к вам в гости ходить. Конечно, заходи, Настя. Вот только дедушка Мельник все равно не успокоится. Ему своих внуков подавай. А, Артем, неловко даже как-то и уговаривать тебя. Дочка у меня красавица, спортсменка. Ага, мастер спорта по стрельбе. Ладно, в Москве-то, согласен. Тьма, туберкулез, крысы, мутации. Но тут-то, а? Все, па, обещаю тебе заняться этим вопросом прямо сегодня. Ну что, за колонию, что ли? За заселение земли и за продолжение рода. Точно, за детей. За детей! Как вода. Красавчик, тост за новую колонию. Пусть она растет и процветает. Красота. За новую колонию. Прям как. И чтоб женщин побольше прибилось. Ой, Лешка, ты как всегда. Да не волнуйся, Алеша. Думаю, с этим тоже все будет в порядке. Если все получится, люди будут к нам приходить. Нормальные, хорошие люди, уверен, тоже выжили. Ну а если придет кто ненормальный или нехороший, он сильно пожалеет. Это да. Но как тут с плохими справимся, то и о Москве подумаем. И может даже что-то придумаем. Это да. За любовь! Ух, да, Амброзия. Артем, теперь твоя очередь. Покажи класс. Ох, и духота тут. Не дарите ее дышлом через коромысло. Артем, садись ко мне. Артем. Здорово, дружище. Сражали потуки наши, нас пугали чужой.
Да, братка, напугала нас всех анёта твоя. Ну, а ты не переживай. Оно, конечно, на чахотку похоже. Но Катюха лекарь правильный. Так что на ноги в два счета поставь. Да и впереди, наконец, что-то путное. Река, лес. О, наша гидроэлектростанция. А интересно уже глянуть. Их еще не чинил. Так что все путем будет, Артемыч, не переживай. Скоро заживем по-людски в долину. Вы сами детишек нарожаете, а? Пора ведь уже, братка. Ну, понятно, в Москве вас нельзя было родиться. Но в долине это ж самое оно. И Степан с Катей подсобят, теперь же на законных основаниях. Колонию же заселять надо. Все как надо, сладим. Народ у нас рукастый. А что самое главное, с головой все. К таким и другие добрые люди в охотку приходить будут. Ну и еще важно, если ублюдки какие сунутся, мы им рога мигом обломаем с такими-то бойцами. Оно понятно, что долину эту проверить сначала надо, полковник, дело мое. Но тут дело привычное, вы с Лешей справитесь. Перед горой твой проклятый совсем другой был. Чуйка у меня тогда была. И ведь говорил же старшому, но тот к министру так рвался, что весь нюх потерял. Скажи, стреляный же воробей, а? Оно и понятно. У каждого найдется зацепка, которую, если тронуть, оно обо всем и думать забудет. Вон Дамир как с бароном воевать кинулся. То и понятно, такая шкура была до сих пор злобина. Почем зря над народом избывался, все одно как бандит астраханцев. Пристрелили, как собаку, и по делу ему. Еще подручных его извести неплохо, но то уж Дюля сама управится, тут сомнений нет. Девушка самый огонь спуску им не даст. Да, получается, не зря мы там жарились, как пироги в этой печке. И сами карты-то были, и народу подмогли. Так-с, ну что... Ну, я тут с буханкой твоей разберусь еще маленько. Да буду ласточку мою вам с Алешей готовить. Кстати, он так рванул те в напарнике, что, думаю, у него тоже чуйка заработала. По его главной теме. Ты уж пригляди за ним, а то найдет себе приключение на голову. Ну, вообще, братка Ивана, тот же ты такую красотку привел. Чую, она нам дальше, ой, как пригодится. Я, ясное дело, ласточку свою дрезину ни почем не променяю. Но ведь хороша чертовка. Ты не глядишь, что снаружи неказисто. И тебе движок неотрегулированный, да ухоженный. И рама с рессорами усиленная. Даже тормоза в порядке. Сразу, видать, с любовью мастер подошел. Куды там твое дело? Я ж расчувствовался и старушку свою вспомнил, на которой из Кадоя-то выехал. Полуторка. С той войны еще. Эд-40 на менталобазе простоял, прикинь. На дровах все одно, как Аврора наша. Ну, ясно дело, там само воспоминание было, а не машина. Кабина загнила вся, фанерка же. Платформы ни разу не было. Но движок с газогенератором до коробки, почитай, что и целый. Рама в порядке. Вот, повозился, да. Месяц без сна, без продыху. Но завел. Ну, а потом уж кузов вот такой самой буханки сверху ты присандалил, чтобы не возиться, значит. И вот на том кирогазе аж надо самой Астрахани допилил. А у ней идти в лучшие времена лошаденок 30 от силы было. Мороки и страсть. Пока дров напилишь, дочурок наколешь, чтобы одна к одной, а то не фурычит же. Все одно как баню стопить. Целая наука. Вот. Ну, полдня в Олесе, два часа, ну, пыхтит, скрипит, но едет. Да. Все одно душой прикипел. И столько труда вложил. А в Астрахани пришлось, я, значит, упыри одному отдать. То ведь решили бы, не за здором живешь, так и то, что я легко отделался. Да. Такие, братка, дела.
Ну, об этой красавице я по старой памяти позабочусь в самом лучшем виде. Ой, как все, хоть на выставку ее. Ведь как есть, невеста она в Имбовне. Красавишна. В таком вот, в общем, разрезе, брата. Мне трудно назвать себя религиозным человеком, но сейчас я прошу всех богов, пожалуйста, храните Аню, и пусть долина излечит ее недуг. А пока мы с Алешей едем в разведку. Мало ли, какие опасности таятся в этой долине. Хотя Алеша, по-моему, и правда считает, что там его ждут женщины. Если это действительно так, то лучшего компаньона для этой операции не придумаешь. Да, долинка это очень и очень, я бы сказал. А воздух какой, аж голова кружится. Никогда таких запахов не слышал. Таким недельку подышать не только Аня вылечится. У полковника ноги отрастут. Ты смотри, как мотает. Повело пути. Весь склон, похоже, ползет потихоньку. Хоть бы нас выдержал. Так, надо на Аврору сообщить, чтоб по главной ветке на ГЭС шли. Аврора, это передовой дозор. Как слышите? Прием! Слышим вас хорошо. Прием! Товарищ полковник, эта ветка Аврору не выдержит. Идите по главной! А, вас понял. Тут пути ремонтировать нужно, так что задержка выйдет. Ладно, план прежний. Рандеву на ГЭС. Как там вообще? Прием! Вообще, товарищ полковник, тут просто отвал башки. Ане точно понравится. Прием! Отлично. Продолжайте разведку. Конец связи. Ну, значит, план такой. Сейчас в темпе до дамбы, все проверяем и сигналим нашим, чтоб приезжали. А то посмотри, какая красотища. Хочется всем показать, скажи. Смотри, вон церквушка какая живописная. Mm-hmm.
Давай скорее, нам еще до самых нижних порогов берег. Иду, ничего тут нету. Ага, отлично. Ребята поймали твоего друга, но я-то вижу, что вы не бандиты. Так что выручу, если глупостей не наделаешь. Мне пора. Старайся не высовываться. Увидимся. Thank you.
по гроб жизни помнить буду. Где хвали не видать. Меня эти козлы лесные волкам оставили, сука. Что-то я не припомню, из какого ты барака, братуха. Прикид у тебя крутой. Ты, главное, в одиночку к ним не лезь. Я лоханулся, видишь, что вышло? Они, суки, прячутся так, я, мля, фигею. Проход разведал, обратно уже шел. Скрутили волки позорные. Мля, руки-ноги затекли. Кобздец просто. Я ща оклемаюсь и к пацанам двину. Надо все бригады идти, сука, этих лесных учить. Они нас отсюда точняк теперь ждать не будут. Всех порвем к херам, как тряпки. Слушай, братуха, ты все-таки с какого барака? Я вроде всех знаю. Ты с зоны вообще? Ну, ты это, того. Даже если не из наших, все равно благодарочка. Ну, а если тебе, у сук этих, если что-то надо, то иди тихо, как мышь. Может, и подфартит. Хотя, ты пацан стопудово реальный, и один их небось. Так что, если решишь встретить козлин, вали всех, чтобы знали, суки, как братву на столбах развешивать. Пусть фартит, братишка! Попал, как лошара. Пора на берег идти, братву ждать. Должны вроде выдвигаться были.
Эй ты! А ну стоять! Это территория Берегового Братства. Идешь, и мы с тобой поиграем. И ты сдохнешь, тысячи чертей. Да, так что давай ноги в руки и топай в другую сторону, понял? Наши же одного чужака сегодня поймали, хватит с нас. Застал! Во-во, топай! Thank you.
ночи не вернулись. Гесовцы должны были довести их до райцентра, но, похоже, надо было просто запретить им ехать. Ну тогда я тоже все еще надеялся на эвакуацию. Хотя, какая там эвакуация, если по радио одни помехи. Помощи ждать нечего. А с другой стороны, нужна ли она нам эта помощь? Долина оказалась в стороне от ударов. Даже осадки нас не зацепили. По счетчику фон нормальный, даже под водосточными трубами. Ребята хорошо подготовлены. Не зря мы проводили столько времени в походах. Научить их охотиться будет несложно. У нас есть все самое необходимое, а остальное добудем сами. К черту сомнения. Будем решать проблемы по мере их поступления. В первую очередь выживание. Просто не отвертишься. Закинул мяч в реку, делай новый. 2 недели уже возишься. Везде мой, чё ты? Шить только стал. Просто я сейчас запинаю. А штука эта круглая и сама катается. Ну вот, смотри. Ха-ха-ха, ну молодец. Чемпион просто. Дурак. Шея лучше скорее, футболист. Слушай, я у тебя давно спросить хотел. Все эти ваши пиратские штуки, мертвецы эти на столбах, вы всерьез верите, что учитель этого хотел? Учитель хотел, чтобы мы защищались. Ну, не помогает же. Вон опять бандиты в деревне появились. Да еще наши чужака какого-то непонятного поймали. Как думаешь, придет таки кто-то? Забыли, значит, урок. Да ладно, ночуем сюда здесь. Вон мы смотрим, со столбам развесим. Пионеры, где сейчас вон влияют? Ну ладно, бандиты ясно, не такой у нас бандит. Но новый чужак от этих бандитов не похож. Может, был бы не похож, проезжал бы мимо. А тот на берег к нам выпал. Ну, значит, поработай по уголам, чтобы другие стороной обходили. Вот тут торчать. Делать ничего, что ли. Сейчас бы с удочкой посидеть. Самый клёв, небось. Так не отстаю тут, как дурак. Какие тут чужаки. Да, чужаков, вот волки могут, да. Пионеры его шум поднимут. Ну и черт с этими пионерами. Вот, вроде и росли с ними вместе. И учитель всех одинаково учил. А все равно... Сыкуны они все какие-то, не то что наши ребята. Ну и вообще, как они узнают? Ну, они же за нами подсматривают. Почему из-за пары чужаков такой шум? В смысле? Делать вожатым нечего. Ну, я вот подсматривал за уроки. Она возле нее, я видел. Чувак, дойте на нее. Вот. Да. Ой, не по себе мне как. Зря она с сыкунами этими водится. Связь. Ты вообще, чего эта девчонка почти все у них? Тёмочка, дорогой,
смотри. А вот и второй. Я ж говорил, что тот не один был. Ну, снимаем его тогда и в лагерь. Пусть тем вторым сидят. Панеры, вы чего? У вас уже есть один, а этот наша добыча. Он на нашей территории попался. Ха, осетка моя, ясно? Ну а чего ты ее у нас поставил? И вообще, у тебя уже рюкзак чужака есть. За рюкзаком я сам нырял. Ты небось засал. Кто засал? Вы же пираты, у вас и лодок больше. А этого мы ведем на лесной суд. Сыкуны вы все. Это чужак, значит враг. Ты что, бандит, что ли? Что учитель говорил? Что мы отличаться должны от них? Забыл? Слышь ты, умный и сильно. Сначала учитель защищаться говорил. Это потом уже он начал... Забыла, что чужаки тут творили. А он чужак и должен умереть, чтобы потом других не привел. Так, хватит. Сначала лесной суд. На нем и решим, к столбу или нет. Разрывной! Разрывной стреляй! Зажигалку кидай! Уходите! Уходите, ребята! Что, гад, выбрался?
ты молодец. От хозяина леса уйти не каждому дано. Не каждому совсем. Ты опасный, значит? Чёртов рюкзак. Пожадничал я. Ну, стреляй или вали. Мне готовиться надо. Скоро экзамен. Учителю скажу. Наших защищал, не ссал, девочек не обижал. Учитель, я пришел. Можно я... А что ты думал? Хозяин его одним ударом. Да и Женьку тоже, наверное. Пока ты добежал, пока мы туда... Даже если так, то что? Надо хоть тела отбить, а то скажут, что струсили. Точно. Пошли скорее тогда. Пошли. Только как вы его проморгали-то? Да что же хозяин? Он же умеет тихо ходить. Ну и отвлеклись мы. Там еще один чужак в ловушку попался. А Женька-пират орать начал, что все добычи его. Ну или хотя бы ботинки. Еще один? А Олька чего молчала? И с нами не пошла. Странно. Кстати, где он, чужак-то этот? Да там и висит, если хозяин не добрался. Тогда тем более скорее надо. Да, давайте в темпе. Крепче бежи, сорвется же! Слышь, я тебя учу в потолок плевать? Не учу! Вот и сиди, не мешай работать! Я помочь хотел! Сорвется же! Да ты помог уже один раз! Хорошо, руку не оторвало! Говори, пират! Ну, сами собрание созвали! Да ты говори все первое! Вы не чтите завет учителя! Что, гад, выбрался? Ты молодец. От хозяина леса выйти не каждому дано. Не каждому совсем. Ты опасный, значит? Чёртов рюкзак. Пожадничал я. Что ты думал? Хозяин его одним ударом. Да и Женьку тоже, наверное. Пока ты добежал, пока мы туда... Бить, а то скажут, что струсили. Точно. Пошли скорее тогда. Пошли. Только как вы его проморгали-то? Это же хозяин. Он же умеет тихо ходить. Ну и отвлеклись мы. Там еще один чужак в ловушку попался. А Женька-пират орать начал, что все добычи его. Ну или хотя бы ботинки. Еще один? А Олька чего молчала? И с нами не пошла. Странно. Кстати, где он, чужак-то этот? Да там и висит, если хозяин не добрался. Тогда тем более скорее надо. Да, давайте в темпе. Уже учитель.
Не учу. Вот и сиди, не мешай работать. Я помочь хочу. Сорвется же. Да ты помог уже. Учитель перед смертью говорил, не убивать всех подряд. Сначала судить надо лесным судом. Ха, ничего другого мы от вас и не ждали. Ничего, сами справимся. И когда второго словим, сразу к столбу приколотим. Он же не бандит. И девчонок не обижал. Он только защищался. За что его к столбу? За то, что чужак, что пришел к нам как бандит. Чего так что мы его приколотим, как бандит. И только вякните потом, что мы бандиты. Это что, угроза? Предупреждение. Объявляю собрание закрытым. А теперь, по законам гостеприимства, отведайте нашей еды. Ну и всех дураков. Есть еще с ними. А у меня тут как раз кое-что доваривается. Что? Вот это я понимаю. Ха! Повезло Сашке! Одного чужака по башке отоварил и сразу в дом учителя клятву давать. Уже, считай, вожатый. Ну а что, заслужил? Чужак-то непростой, троих раскидал, как его крутить стали. Ну и чего? Сзади-то невелик, помнишь? Сколько ведь кубу? Ну раз невелик, значит и ты справишься. А я знаю. Как еще чужак заявится, ты сразу бери дубину и круши, раз так в дом учителя охота. Я просто думаю, зря вы его так. Я-то возьму. Это же не он обманывал, а его чужак облапошил. К тому же его Ольга отжила. А чего ты его и не за обман, а за глупость? Чего ты тушь же так на посту уже развешивать? Там на тумбочке хорошо, стоит. Это ж чужак черный караул. Не пришлось и зарезать его. Другие клятвы дают, а он смирно стоит. Это да. А куда чужак по таким настроем тебе в вожатые не попасть? Витек говорил, церковь. А я и не стремлюсь. А чего не гонишься за ним? Да он же, в общем, ничего плохого нам и не сделал. Да и погонимся мы, а в лагере кто останется? Прикинь, если хозяин придет.
Да, это я не подумал. О, вот и Витёк не подумал. А оно, видишь как? Так что учись на чужих ошибках. Ну да, понятно. Даже вы нажиритесь. Да и чужаку этому только хуже. Первый поймают, сразу к дереву приколотят. Кстати, я вот не пойму, чего они учителя не слушают? Он же говорил им в конце, что нельзя всех без разбора убивать. Ну да, но пираты считают, что главнее, что учитель вначале говорил, защищать своих. А что он там под конец сказал, это уже не важно. Это как это не важно? Ничего себе, это же учитель говорил. Ну да, и если слушать не будем, то и сами в бандитов можем превратиться. А пираты еще не превратились, как думали. Они же уже не защищают, а тупо убивают и грабят. Может, и превратились. Зря, что ли, вожатый пост со стороны пиратского лагеря поставили. Сильно они борзые стали. Даже сейчас. Вон, слышишь, как разговаривают? Точно как бандиты. Да. Жалко, если уже превратились. Стучить вместе. Стук вообще все. Эй, там что, чужак? Это кто? Что там? Чего? Эй, там что, чужак? Нет никого. Ну, это лучше, чем хозяин. Это кто там такой, а? Все же ничего нет. Ну ладно, вожатые мне все равно не светят. Ну-ка, а? Это что там? Это кто? Эй, ребята, что там происходит? Все-таки ничего. А? Что-то там наверху есть. Вот сволочь. Кажется, покажи, что-то есть. И только вякните потом, что мы бандиты. Это что, зря вожатые сполошились. Подумаешь, чужаки. Объявляю собрание закрытым. А теперь, по законам гостеприимства, отведайте нашей еды. Ну и всех дураков. Есть еще с ними. А у меня тут как раз кое-что доваривается. О, вот это я понимаю. Ха,
Повезло Сашке. Одного чужака по башке отоварил и сразу в дом учителя клятву давать. Уже, считай, вожатый. Ну а что, заслужил? Чужак-то непростой, троих раскидал, как его крутить стали. Ну и чего? Сзади-то невелик подвиг. Ну, раз невелик, значит, и ты справишься. Как еще чужак заявится, ты сразу бери дубину и круши, раз так в дом учителя охота. Ха, я-то возьму. А тебе вот не обидно, что ты дом охраняешь, а внутри не был? А вот Жорка там каждый день. А чем он лучше меня или тебя? Чего ты тошный такой? Жорка там на тумбочке стоит. Это ж почетный караул. Не присесть, не зевнуть. Другие клятвы дают, а он смирно стоит. Да, с таким настроем тебе в вожатые не попасть. А я и не стремлюсь. Сволочь, все жрут и жрут. А я знаю. Ромыч вернется, решит. А что? Да хлятиный какой-то несет. Я думаю, зря мы его так. Это же не он обманывал, а его чужак облапошил. К тому же его Олька отвлекла. Ну так его и не за обман, а за глупость. Нельзя же так на посту уши развешивать. Хорошо, этот чужак просто ушел. А другой какой? Ты зарезать его дурака мог. Это да. А куда чужак вообще делся? Витёк говорил, держит шёл. А чего не гонимся за ним? Да он же, в общем, ничего плохого нам и не сделал. Да и погонимся мы, а в лагере кто останется? Прикинь, да, это я не подумал. Что ты, Витёк, не подумала? Вот и хорошо. Ну что, пишешь? Ты шо, куда оденусь? Ну, да. Давай, пиши. Не трусить. Своих защищать. Девчонок не обижать. Не трусить. Своих защищать. Девчонок не обижать. Скажи, кто там? Ну, скажи, кто там? Так она тебе и сказала, как же. А что? Терпение и труд все перетрут. Ну, так и шел бы трудиться, а тут просто время даром теряешь.
Свободное время для отдыха, а ты вон как надрываешься. Охренеть скоро. Конкретно, мля, безумно. Очень славно. Что бы слышать, мля? И что мы тут делаем, бля? Чисто засада. Молоток, брателло, и чё теперь? Оба в отключке. Не, ну ты сам, бля, попробуй. Реально же напряг. Да я с тобой говорил, кончай их и не паришь. Все равно не скажут. Ты бы повисел на столбе ихнем, когда волки ноги отжирают. Небось, по-другому бы заговорил. Чё-то у тебя обе ноги на месте. Может, они тебе что другое отъели? Не мне, а пацанам нашим. Сейчас отдохну и продолжу с этими упорами. Сколько там у него пальцев осталось?
Пространство под жутровым хазом, а я тут чалюсь. Западло. Мля, это же лом. Высох вообще. И бревно, и другие из третьего барака. Сука, мля. Дети, суки, опущенные прячутся. Чай из этих козлов бородатых выбьем, не парься. Молчат они, суки. Как всегда. Ну, пока молчат. Да вообще непонятно, реально, что там бык с Кузей тянут. Надо было сразу пальцы отрезать. Те бы уже раскололись давно. И хрена мы тут за... Реально резать надо, а не пальцы. Нахер такие расклады, на! Чё там за движок от Милайна? Ну где ты, падла, драка? Реально что-то есть, или это глюки? В бочках шкерится, сука! За забором, пацаны! За забором у шлепок этот! Пацаны, надо тут обсмонать. Забудь! Маслины вышли! Братва, тут ловить нехер! Братва, тут ловить нехер! Валим! Валим отсюда, на! Самый, не думай, как там, сука! Пацаны, там я заходит, чё ты? Ой, сука мне! Получай! Ну, сука, получай! Вижу! В кустах! За бочками, сука, прячется! Пацаны, валим отсюда! На тебе, падла драная! Прижал, суку!
Нас так! Падлу! Пацанчики, сейчас шустренько все тут обошли, мне эту сучару привели, сечете тем? Вижу падлу! Ваннер, петушара! Пацаны, нашего урыли, как вы опущенные! Да что там внизу такое, бля? А, браточки? Пацаны, валим отсюда, на! Пацаны, вижу, сука, в хату лезет! Братан, ты это, не шмаляй, сдаюсь я!
Значит, ты не с ними? Ясно. Спасибо, что спас нас, чужак. Спасибо, чужак. Как же так вышло? Прости. Ты уже на последнем экзамене. И ты сдашь его на отлично, это точно. Как увидишь учителя, скажи. Скажи, что мы все переживем. Как он учил. Все-таки... Может, можно было как-то по-другому? Мы ведь все делали, как учитель тогда рассказывал. И все равно попались. Прости, учитель. Прости, что так подвел.
Опа-на, брателло, это я! Ты ж меня спас вот только что, а я наших привел. Я тут на радостях, малеха, перебрал что-то. А пацаны пока это, чертей этих лесных шмарят. Huh?
Чужак, замри! Вот мы и снова встретились. Хотя ты, небось, не помнишь, кто тебя из воды вытащил. Меня, кстати, Олей зовут. Это не ты сейчас хозяину леса трепку задал? Охотники наши с ним давно не связываются, а ты его вон как отделал. Силен. Замок заржавел. Вот сволочь. Прости, учитель. Твой друг Лёша уже на дамбе. Сказал, командир ваш ждать не будет, так что времени у тебя немного. Прости, проводить не смогу. Сегодня... Не на совете пираты заявили, что нападут на ваш поезд. Но без меня они и созывать совет не имели права. В общем, придется, как всегда, вправлять им мозги. Но пока у меня есть время рассказать, куда тебе дальше. До дамбы можно добраться только на лодке. А они все в лагере на болоте, у пиратов. Они, понятно, делиться не захотят, но это не повод стрелять. Кровь никому не нужна. Так что просто не попадайся им на глаза. Иди по дороге до завала. Спускайся к болоту и ищи пристань. Там и мы с Алёшей лодку одолжили. Прости, учитель. Но остались еще, так что разберешься. Ну, чужак, удачи. Смотри, не заставляй меня жалеть, что я вам помогла. Лёше, привет.
А я тут еще побуду. Надо за могилой учителя приглядеть. Что, решил передохнуть перед рывком? Это правильно. А я задумалась тут. Как хозяин тут по соседству шататься начал, наши редко ходить стали. Хотя все равно не забывают, конечно. Учитель ведь вырастил всех. В лесу жить научил. Без него нас давно бы уже... Вот девочки каждый день, считай, и бегали. Да и ребята пробираются до сих пор. Даже Ромыч наведывается. А ведь это из-за него учитель тогда ушел. Мы всем отрядом в поход по реке пошли. В лагере только дежурные оставались. Вернулись, а там бандиты побывали. Как вспомню, комок в горле. Даже рассказать не могу. В общем, мы с младшей группой, как выплакались, смотрим, учитель могилу роет. А Ромыча с остальными старшими мальчишками и след простыл. Ну, мы учителю помогли. Зарыли наших. Уже стемнело, приходят и садятся у костра. Ромыч в крови весь, одни глаза да зубы видно. Долго молча сидели. Потом начали рассказывать. Пошли по следу. Не сбились ни разу. Бандиты прятаться и не думали. Подождали, пока те напьются, и из луков их. А подранков Ромыч ножом, как оленей. Учитель слушал, слушал. Я смотрю, у него подбородок дрожит, как сейчас помню. Так и не сказал ничего. Да они и сами все поняли. А утром ушел. Сюда, в церковь. Сначала вообще ни с кем не разговаривал. Но мы с девчонками все равно его навещали. То малины принесем, то совета какого спросить. Понемногу оттаял. Но как другой человек стал. Молчаливый такой. И старших так на порог и не пустил. Хотя на письма отвечал. Нам, кто к нему приходил, все говорил, что надо быть совестью остальных, раз у них своей нет. Не давать им совсем озвереть. Но как ты не дашь? Они же не унимаются. Назвались пиратами. Устроили себе отдельный штаб на затопленной лесопилке. В болоте. А потом и бандитов на столбах вешать начали. Как на мачтах. А как-то поймали десяток живьем, и всем мальчишкам испытание придумали. Убивать этих. Из наших никто не стал. Они их трусами обозвали. И с собой на разведку брать перестали. Так, в общем, пионеры и появились. Это сейчас как-то успокоились все. Совещаются, хоть обсуждают что-то. А тогда от имени учителя только мы с Людой, получается, на совете выступить и могли. В конце концов, Люда с несколькими парнями собрались и ушли. Интересно, как они там? Нашли лучшую жизнь? Я до сих пор радио слушаю, надеюсь, что выйдут на связь. И учитель надеялся. Но надолго его не хватило. Ушли они в июле. А в сентябре он застрелился. Только тогда до Ромыча дошло, похоже. Успокоился немного. Часть старших к пионерам перешла. Главное ведь всем вместе держаться. Вот.
Но а меня теперь на советах слушают. Я ведь, если что, и по шее могу. И не потому, что девочек бить нельзя. В честном бою не в счет. Только в честном бою я одному Ромычу и проиграла. И то он неделю с заплывшим глазом ходил. Так что и он меня уважает. Я больше всего с адмиралом ругалась. Он у пиратов главный после Ромыча был. И с лесопилки уходить ни в какую не хотел. Мол, если уйти, твари всю долину сожрут. Но радиация все время росла. Ромыч сам дозиметром проверял. Так что на очередном совете Ромыч с нашими вожатыми адмирала разгромили. И пришлось пиратам новый форт у берега строить. Там пока жить можно. Ну, а адмирал не стерпел. И со своими самыми отмороженными подручными на лесопилке остался. Так они там и пропали. С радиацией шутки плохи. Не зря учитель предупреждал. Ну и теперь без адмирала на совете против меня и рыпнуться, получается, некому. Так что я их сегодня успокою. Не волнуйся. Сейчас только с мыслями собраться надо. Не люблю я говорильню. А ты, если хочешь, дневник учителя послушай. Он записывал понемногу, как знал. Да, 100 раз уже, наверное, слушала, и все равно... Подвели мы его. Подвели. Радио молчит. Моя последняя надежда — дать им позитивную цель, вывести из этого лесного тупика, оказалась миражом. Где же я ошибся? Как замечательные дети, талантливые, инициативные, смелые, честные, дружные, стремящиеся к справедливости, превратились в чудовищ. Конечно, я не Макаренко, но я сделал все, что от меня зависело, и даже больше. Вложил в них всю свою душу, всю жизнь. И чего же я добился? Создал общество мизантропов, уважающих только силу и по жестокости не уступающих отъявленным бандитам. Да, некоторые из них остались прежними, не поддались этой скверне и в конце концов ушли. И я отдал им все запасы горючего, но как же их мало? Большинство изменилось. Неужели в мире, превратившем даже безобидных животных в порождение ночных кошмаров, у человечества нет будущего? На что же нам остается надеяться? Стоит ли вообще мучиться дальше? Ну, ничего. На этом заседании совета я им напомню, что учитель в конце думал. Ничего, я им задам. Учитель нас что, для того спасал, чтобы мы на кого попало нападали? Защищаться — одно дело. Но нападать? Никуда не денутся. Успокоиться. Пираты. Мальчишки, что с них взять?
Это что такое там? Сейчас глянем. Что это? Не, ну что так... Вон он! Эх, не везет так не везет. Другие вон дом учителя охраняют. Вообще, хозяин придет, а удрать некуда. Это что? А, нет никого. Ну, это лучше, чем хозяина. Это что-то...
Надо бы отсюда куда-то. А то либо хозяин, либо волки. Эй, слышали? Что-то на складе кажется. А ну что это там? Сейчас проверим. Так, не спеша. Ну вот, как блесну сделать, так не из чего. А тут банки валяются. Но ведь точно... Никого нет. Точно белки шуруют. Не по себе мне как-то. Эх. Надо бы отсюда куда-то, а то либо хозяин, либо волки. Что? Это что там за тень такая? Никого, только ходил зря. Смотрит кто-то. Чего чужаки сюда прутся? Волки — это другое дело. Что-то как-то подозрительно тут. Что? Эй, там что? Все-таки никого. Ну и хорошо. Thank you.
идет. Huh?
Thank you.
Кто там стреляет? Сейчас водяные со всего болота на твой шум сплывутся. Нам их потом неделю гонять.
А в дверь постучаться? Языка нету. Забыл, как учитель говорил? Вежливость. Вот что отличает нас от бандитов и других животных. Погоди, ты же не из наших. Бандит, что ли? Вроде не похож. Хотя кто у вас бандитов разберет? Сегодня одни, завтра другие. Я правильно говорю, Сеня? Ты, адмирал, всегда правильно говоришь. Отставить! Вы мне так все залижете. Тут все свои. Так, о чем это я? Ах, да, бандит. Ну, раз ты тут, значит, всем этим слабакам, пионерам и недопиратам крышка. Я прав? Молчи и не отвечай, так все понятно. Ну, туда им и дорога, ссыкунам. Адмирал, а может, к столу его пригласить? Гость же, хоть и бандит. А что, дело? Садись, бандит, чаю выпьем. Такого чаю ты еще не пробовал. Сам собирал, сам сушил, сам заваривал. От этих-то помощи никакой. Ну, хоть едят немного. Да, парни? Да! Стараемся, адмирал. Все-все, устроили балаган. Орете, как водяные в полнолуние. Совсем гости не уважаете. Слово сказать не даете. Не обращай внимания. Ну, за встречу. Хороший чай. А ссыкуны сухопутные не пьют. Радиация, радиация. Какая радиация? Ты на нас радиация посмотри. Опасна. Здоровее не бывает. А ты молодец, что зашел. Видишь, ребята, как приободрились. Нам ведь тут и поговорить не с кем. Удрай, забывать нас стали. Даже Ромыч и тот про нас забыл. А мы ведь вместе наш штаб пиратский тут строили. Вон, ребята, не дадут соврать. А? Да, все вместе делали. Помню, вместе. Все помнят. Вот. Все помнят. А он, гад, забыл. И остальные ссыкуны сухопутные тоже забыли, кто тут за них насмерть стоит. Сначала-то как радовались. Кричали: «Всех бандитов поубиваем! Пионеры ссыкуны! Учитель не прав! Не защищаться надо, а нападать!» Кричали, а? Еще как! Как резанные кричали. Громче тех бандитов, что мы тогда постреляли. Видишь как? Мои парни помнят. А те забыли. Ну, как кричать да пионеров с ссыкунами называть, они, конечно, молодцы. Да. А вот как тут жарко стало. Да водяные сотнями полезли. Сразу другую песню запели. Ой, радиация! Ой, опасно! Ой, учитель с девчонками передал, чтобы уходили. Понятно, с водяными воевать — это не бандитов по столбам развешивать. Бандитов и пограбить можно, а с водяных чего взять? А что они всю долину сожрут, если мы не защитим, так кому какое дело? Крысы они, крысы, вот они кто. Крысы. Крысы. Раньше надо было учителя слушать. Хотя им, крысам, все равно кого слушать. Хоть учителя, хоть девчонок. Главное, трусость свою оправдать. Вот так и удрали все, ссыкуны.
Даже пионеры и те храбрее были. Людка их на плотину повела. Через тоннели собирались за водохранилище выбраться. Романтики, чтоб их. Не знаю, выбрались куда или нет, но точно радиации не боялись, не то что те ссыкуны. Но сейчас-то у них из храбрых одна Олька осталась. Она к нам частенько заходила. Да и на совете с ссыкунам этим разгон давала. Да ладно, к нам! Это к тебе она заходила! Ага, сейчас! Ко мне! Хотя, если б не ранение, я б с Олькой всю долину перевернул. А теперь, зачем я ей нужен в коляске? Ну и черт с ней! Баба на корабле к беде! Мы же с тобой остались! Да, парни мои остались! Хотя, понятно, пришлось уговаривать. Чего глаза потупили? Стыдно! Хотели же смыться, бросить старого друга! Хотели, а? Ты чего, адмирал? Мы же за тебя горой! Да, да, горой! Вот этому вот расскажите. Вон как уши развесил. А мне не надо. Я вас насквозь вижу. Если б я вам тогда чаю тройную дозу не заварил, тоже свалили бы. Как пить дать? Лёпа, аккуратней с гитарой. Есть быть аккуратней. Ну что за руки-крюки? Аккуратней, это же инструмент. Так точно, инструмент. Да что с тобой такое сегодня? Вот как отправлю сейчас палубу драить. Прости, адмирал. Прости, прости, ладно, прощаю. Ты бы сыграл что-то, а? То роняешь гитару, роняешь. Давай нашу, любимую. Есть наш чёрт любимый ней, адмирал! Кругом одни крысы, сухопутные крысы! Да, я вот подумал, а не закурить ли нам? Считаю, закурить. Ох, хорошо! Крепкий какой! Универсальная штука этот чай. И заварить, и закурить. От жара, от пожара, от домашнего расстройства. Аромат, конечно, на любителя. Но мне нравится. А ребята мои уже привыкли, не жалуются. Не то, что раньше. Да. А чай хороший, только в сон от него клонит, да. Ты, бандит, вот чего. Оставайся. С нами весело. И поговорим по душам, и выпьем, и закусим. Банку тебе выделим. А я отдохну пока. Вздремну немного, чуть-чуть, совсем. Красота! Красота!
на дамбу. Прием. Добро. Артём? Жив, чертяка! Как же я рад тебя видеть! А я с нашими связался наконец-то. Волнуются. И я их понимаю. В общем, Тёма, тут все не так просто оказывается. Давай сюда, покажу. Пошли, Артём. Слышишь, счетчик как трещит? За плотиной черти сколько тонн отравленного ила. И очень скоро этой долине крышка. Плотина еле держится. Глянь в свой бинокль, если мне не веришь. Нельзя нам здесь оставаться. Никому нельзя. Ладно, канатку видишь? Детишки эти построили. Пока дрянь это не так просачивалась. Нам туда. Старик говорит, Аврора скоро будет на дамбе. Так что берем ноги в руки. Я че так гоню? Кажется, на Авроре не все в порядке. Похоже, у Ани дела плохи. И скоро мы узнаем, насколько. Двигаем, Артем. Ух, грязюки сколько. Эх, чувак, ты бы знал, какую я тут фемину встретил. Просто отвал башки. Олей зовут. Ее тут уважают все. Ну еще бы, вожатая. И сама с пониманием поверила мне, что мы не со злом пришли. Она-то меня из их лагеря и выпустила. Любовь с первого взгляда. Я же говорил про свой животный магнетизм, а вы ржали все. И кто был прав? Она меня так подействовала, что еще и проводила. Так теперь одна мысль в голове и вертится все время. Чё-то мне стрёмно, Тёмыч. Такую зверюгу видел. Вроде медведь, но размером с дом. Слышишь? Похоже, почуял нас. Мост. Ты там жив? Да что ж такое-то? Вот чёрт! Получай, гад! Тёмыч, выбирайся! Thank you.
такая же зверюга. Ну давай, Тёма, помоги. Нужно канатку подтянуть. Готово. Оля! Я же говорила, им просто нужно было пройти. Ты точно со мной не поедешь? Извини, Алёша, не могу я вот так взять и уехать. Как бы ты мне не нравился. В таком случае, сударыня, разрешите откланяться. А, черт. Оля, я вернусь. Я буду ждать. Артём, двигаем! Оля, помни, что я говорил. Уводи людей из долины. Заплати на них смерть. Хоть бы ей удалось! Они же упрямые, как я не знаю. Как дети малые. Только что с виду, как звери. Заиграли. Пионеры, чтобы. Ну, она справится. Заставили вы нас поволноваться. У нас все плохо. Нужно спешить, времени мало. Ни воздух, ни лекарства, что мы нашли по дороге, ничего не помогает. Болезнь зашла слишком далеко. Идем. Идем.